Я, блядь, просто не могу в это поверить. Фотоаппарат. Грёбаный фотоаппарат Sony. Который очень отлично снимает. Имеет очень поганую батарейку, которая ни хрена не держит заряд. Надо, чтобы достаточно, чтобы днем что-нибудь поснимать и вечером. Только посмотрите. Я его включаю. А заряда уже и нету, блядь. Хотя сегодня сейчас хотел субботнее вечернее видео снять, но увы, уже не получается. Ну уж не злитесь на меня. Аппарат Sony. Предатель такой. Чё у него за модель вообще? Так. Не знаю, будет видно или нет. А так, зачитаю. Модель DSC-WX200. Качество видео, я вообще восхищаюсь им, отлично снимает, но батарейки ему хватает на весьма небольшой срок. Я знаю про то, что когда первый раз покупаешь, что аппарат нужно батарейку разрядить полностью, потом подзарядить полностью, и так раза три хотя бы, я это сделал. Но батарейка никогда долго не держалась. Это большой минус этому шикарному фотоаппарату. На смартфоне у меня камера, к сожалению, тоже так себе. Смартфон старый. Samsung 2012 года. Не помню модели, к сожалению. Час батарейка. На фотоаппарате. Вот так вот. Ну ладно, буду заряжать этого засранца. Что уж делать. Видео уже доснимаю завтра. Всем спасибо. Поддержите в комментариях. Поставьте лайк.